Доброго FPS, дорогие зрители. Ага, конечно, размечтались. Это мой канал, на самом деле. Так что, дорогие зрители, всем привет. Меня зовут Влад, и сегодня продолжаем играть в Мизери. Поднадоели уже эти комментарии по поводу того, что я копирую Шустрилу. Нет, ну нет, ну нет, ребят. Ну я не могу. Что за вранье? Копировать Шустрилу, это я не знаю. Это то же самое, что разгонять протоны в фадронном коллайдере. Не всем дано, как говорится, не всем могёт. И не всем могют. Так, ну что ж, продолжаем бездить. А, стоп, мы все-таки подобрали СВД-ху с дядьки Яра, вы прикиньте. Вот это я про баклажанил. Охренеть. СВД-ха в натуре. Во, блин. А чё ж она так стрёмно как-то подобралась? Ну она один хер в хлам поломанная, и я не хочу СВД-ху. СВД-ха это не брат, то. У меня как в Греции всё есть. У тебя как в Греции, да, дал международный долг 2 миллиарда, я знаю. Так, снапу возьмешь за сколько? 500 рублей? Ну хрен с тобой, забирай. Что еще можно сплавить? Батареечки тоже забирай. Хрен с ними. Так, этот прицел нам тоже не покатит. Это что у нас? Глушителя. Тю-тю-тю. Патрончики, патрончики. Патрончики можно все сплавить, у нас ничего из этого нету. Нам бы дробей побольше, да и в принципе все, и мы счастливы. Так, два стимпака есть, глюкоза есть. Что тут у нас еще есть? Таблетки с насыщением, кстати говоря. Кофеиновые таблеточки. Я бы еще похавать купил чуть-чуть, но это чертовски дорого. Меня еда в этой игре просто убивает. Так, продать. Все. Все, мы поли. Там, кстати, день, ночь. Ночь, день. Там ночь, все нормально. Все по расписанию, все по плану. Закрывайте. Продолжаем заниматься полнейшей херней в Мизере, потому что по-другому здесь ничем не займешься. Все поломано, по плану ничего не идет. Нет, нам сейчас не до квестов, нам сейчас убить сосов. Основная убить сосов, а потом как покатит, на самом деле. Сможем, достанем все эти херни. Ты наш? Ты наш или нет? Мы и так между двух огней, приятель. Убери оружие, не провоцируй. Каких двух огней? Я с вами, я за долг. Ты чё? Опа! Не-не-не-не-не-не, тихо-тихо-тихо, давай-давай, это твое, это твое, я даже тебе мешать не буду. Да ёлки-палки. Ладно, я побегу за ними. Стой, собачка. Вот зараза. Спать тишка. А ну-ка, цыц. Ты чё? А, всё. Лапы нет, мозгов нет, нихера не видишь. Типичная собака в зоне. Так, нам что-то херово стало, поплохело. Да, юзай стимпак, сразу вкалывай себе вот эту шляпендрию. Хавай эпинефрин. Блин, реально какая-то игра про наркомана. Обдолбались и все. И все замечательно. И все сразу стало прекрасно. Срезай все. По-моему, это мясо, это один из самых нормальных доходов в этой чертовой игре. Блин, как же я уже привык к этому ночному видению. Идеально все видно, ну. Просто вот. Как будто, я не знаю, смотрим фильм, как это, «Город грехов», что ли? Да, «Город грехов», точно. Точно, «Город грехов». Все такое черно-белое. Но зато хорошо видно. А это самое главное. Давай быстрее. Что ты там, ну что ты копаешься? Ну, поковырялся в желудке, ладно. Это что? А, это отражается. Я думал, там свет кто-то живет. О, там перестрелычи постоянные. Ну нахера вот это вот нужно? Что это за пальба-то? Ну нафиг она нужна? Не, я сейчас даже не хочу ни с кем воевать, ну нафиг. У нас, кроме, ну, ТОС-то ладно, ТОС... А-а-а! Потеряно две полоски у ТОЗа! Чёрт! Чёрт, эта сраная собака поцарапала мой ТОС! Я буду убивать всех собак! Сука, все, что увижу на четырех лапах, маленькой и слепой, я буду уничтожать! Гады! Как можно было поцарапать ТОС? Это ужасно. Это траур, все. Это худший день в Мизере, который у меня был. Поцарапали мой новенький, классненький, нарезной, расписной тозик.
Как так? Это что такое? Слава богу, кабан. Я думал, химера. Кстати, баги с этим люком, я помню, как-то раз на него наступил и взлетел. Так что, ну его в очко. Так, а где вход в туалет-то? А, вот. Может, что-то есть здесь? Ну, хоть что-то. Ну, хоть какая-то штука. Ничего нету в этом туалете. Ну, кроме того, что он защищает нас от дождя, и там нету шума падения капель. Опа, что такое? Опа! Нычечка! Обнаружен тайник. Тихо, тихо, тихо. Ты не кипишуй. Ничего не было. Тайник был пустой изначально. Нас тут не было. Вам пока... Блин, ночью против кровососов... Это что за звуки? Муха, что ли? Звук мухи? Какого черта? Комары, алло! Вы чё? Я сейчас возьму нож. А ну, а ну. Ёп, что-то я какие-то странные звуки слышу. Они мне вообще не нравятся. Мало того, что мухи, какие-то еще такие... Засранство. О, там уже... Там уже что-то полыхает, слушайте. А нам еще и кровососов убивать. Как все... Как все херово-то, а? Не, ну в аномалию я не полезу за артефактом, это явно. О-о-о-о-о-о. Парни. Парни, вы где? Мне главное, чтобы я вас видел, иначе я обосрусь. А, кстати, он... Ну это один из них передвигается так. Отлично! А второй-то он вот он? А-а-а-а! Как же он мне почечку-то сзади чикнул, я чуть не обкекался. Нехорошо ты поступил. Контролеры могут остановить тебя, завладев твоим разумом, но они не могут остановить выстрелы с РПГ, выпущенные им в лицо. Ну это факт, на самом деле это факт. Не стопроцентно проверенный, но скорее всего это так. Хотя хер его знает. Знаете, после игры Devil May Cry, где Данте останавливал пули вообще любых калибров своим сраным мечиком, разрубая их пополам, я уже... Ну, контролер-то он покруче, чем сын дьявола, понимаете? Так что тут еще надо перепроверить этот миф. Ну как только я встречу контролера, я перепроверю. Так, ну их же вроде видно, когда они бегают. Ну как, я понимаю, что это мизер, здесь, конечно, они скрыты хорошо. Инвиз хороший, но... Все равно видеть. Ми должны видеть их. Особенно по воде. Не-не-не-не-не-не-не-не. Манок на кошку, я больше не... Ой-ой, я же только что заюзал. Точно. Ждем контролера, ребят. О, контролера. Контрабаса. О, псевдогиганта. Тихо. Тихо. Вода их не слабое место. По чутью работа. А тот не хочет нам идти, слушайте. Какой-то неправильный. Так, главное, что я заюзал манок на кошку. Вот это кс-кс-кс. А это значит, что сейчас придет два бандита и псевдогигант. Ну. О, бежит. Нет, не бежит. Да слушай, ну что ты как это? Опа! Да тихо, бро! Его даже по воде... Хорош. Ничего полезного. Что там может быть полезного? Ты посмотрел на жопу голого мутировавшего мужика. То же самое. Нет, у этого есть что-то полезное. Кожа, задницы, мясо и щупальцы. Кстати, смотрите, какая у него спина. Дельты хорошо прокачанные, спина широкая. Прям видно, что пацан подтягивался.
Ноги, конечно, не какущие, но это ладно. Так, ну чё, один квест у нас есть. Дело за вторым квестом. Даже, наверное, сейчас здесь будет кто-то из врагов, я не буду с ними соперничать. Скорее всего. Ну, мне так кажется. Но мне бы не хотелось. Потому что мы завязали манок на кошку, а это, знаете, сейчас... Ну, я уже чувствую, что где-то рядом есть один псевдогигант и пару бандитов, которые ждут меня. Которые меня ждут. Вроде бы я никого не слышу. Так, нам нужно забраться вот на эту херобентерию и с нее пролезть сюда. О, тут радиация. Ну почему? Только не радиация, я вас прошу. А я уже, кстати говоря, я сейчас что-то на секунду отрубился. Я забыл реально, как туда залазить, представляете? О, как. Вот это реально не круто. Стоп. А, отсюда на эту крышу, оттуда на ту крышу. Слушайте, ну и система-то, а? С крыш на крыше. О чем, Человек-паук, что ли? По крышам прыгать. Ладно, поиграем сейчас в Ямакаси. Птичка. Не убил! Вторая попытка. Да как так-то? О, пошла. Пикирующий бомбардировщик был сбит. И быстреньким ходом отправлен вниз. Блин, как же тут стрёмно ночью. Дальше, я не знаю, сколько тут, метров 100, наверное, дальше 100 метров. Ни черта не видно. Туманище. При том, что если сейчас я отключу ночное видение, будет примерно так. Мы ослепли. Это же жесть, ну вообще ничего не видно. Лол. Я уже настолько привык к этой штуке, что без ночного видения жизнь не торт. Явно не торт. Так, стоп, где это? О, подожди. Я не на ту штуку, что ли, залез? О, какой-то приемник. Батарейки забрать. Батарейки, штука нужная. Так, стоп, я что, не туда залез, что ли? Ну нет, ну не может же быть так, все плохо. Ну по тросу мы явно не сойдем, да? Да, он вообще пустой, пустотекстурный. Чё за бред? Нам куда? Я забыл, как идти туда. А, вот, все. Тихо. Ты, главное, не кипишуй, не кипишуй. Не смотри под ноги. Как-то так. Я, конечно, это реализовал уже примерно на 2 метрах от крыши, но... Вы поняли? Вы поняли, что я хотел показать, что мы боимся высоты. Мы же черепаха, мы не знаю, не белка летяга. Так, теперь нам наоборот уже наверх. Вот тут надо сохраниться. Я не канатоходец, эту штуку с первого раза вряд ли пройду. Тихо, нас повело вправо. А, тихо. Как страшно жить, когда ты ползаешь по канатам. Я не знаю, как он так перемещается прям. По этому канату, потому что... Наши ноги видно? Блин, жалко, что это не... О, это первый плюс Lost Alpha, я признаю. Я признаю, вот, присутствие ног в Lost Alpha, вот сейчас бы нам очень помогло. Я хотел посмотреть просто эту картину. Каким же, сука мать его, за ногу раком мы... Я не знаю, идем по этой херне. Мне будет просто интересно, вот... О, тихо. Потому что мы не ползем, у нас пушка в двух руках. Как мы прошли этот путь, хер его знает. Там еще и наклон градусов 30, блин. Фу. Так, сапоги забираем. Все? Раньше здесь тайник, короче, был. Пару аптечек, шлем, по-моему, и сапоги. Сейчас совсем уже игра обеднела, ну, блин. Так, ладно. Ладно, тут уже аккуратненько слезем. Чё тут? После того, как мы прошли по вот этой штуке. Я не знаю как, ну как-то прошли, короче. Чё такое? А, ну да, там аномалии, да. Тихо. Аккуратненько продвигаемся. Я бы, кстати, взял болтик.
На всякий с... О, не-не-не. Сквозь эти штуки я явно не полезу. Блин, тут надо вырубить, походу, ночнуху, да. О! Так, один штука есть, поиск начался. Продолжаем. Работает? А, нихера не работает. Блин, поломали все, ироды. Вот нахера ломать выключатели-то, а? Свет вам всегда нужен. Оп, тихо. Просочились. Я вижу здесь еще одну штучку. Вроде все чисто. Самое стрёмное, что я мог услышать, это чьи-то шаги. Тихо. Во блин! Почему так все плохо? Так. Жарко. Офигеть! Ладно, мы прыгнули в печку. Я просто проверил, какая температура. Знаете, горячо, горячо. Прожигается, таки прожигает нашу подошву. Когда ты ведешь бой, жульничай. Это единственное правило, чтобы выиграть его. Быть справедливым. А, ну это я уж читал. Это уже не классика. Уже не торт. То, что нужно жульничать в бою, это знают все. Знают. Замечательно, моя спина. Так. О! Фу! Блин, сейчас еще сдохнем от падений. Так, эту штуку вообще нельзя трогать категорически. Она дико, больно, сильно бьет. Я думал, она так чуть-чуть нас пощекочет. Хрен там. Выросла, блин, здесь. Так, собрали. Еще собрали. Я бы еще клавиатуру забрал. Вообще надо все забирать отсюда. Че он здесь будет просто так валяться? Но нет, наш парень что-то не хочет все забирать. Так, стоп, нам туда. Вернись. Увернись. Так, я помню. Розеточка. Блин, жалко, забыл зарядку от айфона. Сейчас бы хоть зарядился на халяву. Так, слева туалет. В туалете что? В туалете ничего. Абсолютно ничего. Как вот... Пустой туалет, это даже не весело. А, нам вниз. Нам вниз. Какие конченые здесь стены. Кстати... Здесь же, по-моему, где-то артефакт должен... Оп! Изи, каточка, да-да-да. Слушайте, я вовремя вспомнил про этот баг. Обалдеть. Он до сих... Его до сих пор не пофиксили даже в мизере. Это жесть. Второй, что ли, артефакт упал? Там, короче, артефакты вот этой аномалии жаркие, но когда их вот так вот юзаешь, они, короче, падают вниз под здание, короче, и можно потом спокойнейшим образом будет собрать. Я надеюсь, раньше так было. Что ты фонишь? Так, еще не все. Тихо, успел присесть. Ты думал, ты сейчас меня здесь врасплох останешь? Нет. Моя реакция на уровне бога. Так. Еще буквально парочку вещей, и азот будет доволен. Так, здесь что у нас? Здесь лестница. А, это все, это выход. Нет, я помню, что где-то еще есть. Ага. Спасибо! Все. Собрали все. Нормально. Нормально так сходили, в принципе, неплохо. Так, выход там. Блин, жизни ни хера нету, но юзать стимпак пока что мне впадло. Что-то мне западло. Вау! Так, я надеюсь, там друзей никаких не пришло, потому что я какие-то слышал шаги. Пожалуйста, давайте без врагов. Реально, не хочу драться. Хочу просто сейчас баблишко поднять. Так, вот в этом пролете должны быть артефакты. И где он? Неужели баг перестал работать? Но почему? Либо я какой-то слоупок не подобрал где-то. Он, походу, где-то внутри там был и...
Блин, ну это же артефакт, ребята, как? Ладно. Не-не-не, я так просто не сдамся, это стопудняк. Так, стоп, нельзя запрыгнуть обратно? Пожалуйста, ну игра. Ну почему? Стоп, перила. С перила-то я точно смогу... Ох, ладно, тратим свое время, но это артефакт. Нам сейчас нужно что-то деньги зарабатывать? Нам нужны бабки, так. Еще раз внимательно проверяем, он не выпал. Он, падла, остался там. Урод. Там аномалия жаркая, конечно. Не знаю, тратят свое время или нет, или потом за ним вернуться. Есть ли вообще варик его подобрать? Нет, мне кажется, вариантов подобрать его... Да, ну это я там уже забрал нычку. Вариков подобрать его просто нету, поэтому мы положим на него огромный гигантский болт и пойдем домой. Потому что раньше бах работал, что он падал вообще вниз, как бы, то есть сквозь текстуры. Но здесь он, засранец, как-то поискрил, но остался на своем месте. Там в аномалии жарко. А, вы видели, там просто ваншот. Так, врубай глазики. Ночнушку. А что такое бежит? Вы видели? Мы видели. Конечно, я слышал шаги, но это были не сталкеры, это были сраные собаки, которые нас преследуют по всей зоне. Уроды! Мы еще внутри сохранились. Слушайте, а... Стоп, это... Что было? А, нам сюда вообще не надо лезть, да? Ну ладно. Тут, по-моему, нельзя обратно вверх. Да ёлки-палки! Нельзя, по-моему, возвращаться вверх. Там сейчас какой-то момент просто лестница будет закрыта. Бахни уже стимпак. Все уже. Уже все. Ох ты, мы даже не потеряли сытость. Фига себе. Или можно вернуться назад. Опаньки. Судьба возвращает нас к артефакту. Вот он! Он здесь просто лежит! Поднимаем. Контейнер. Огненный шар. Фух! Собачки, спасибо вам, родные мои! Слушайте, просто огромное спасибо, что вы сожрали меня нахер с потрохами на улице, из-за чего я перезашел и... Так, кстати, я тут квест выполнил. Так, забрать награду, ротехник. Отнести все добытые. Я добыл все, точно. Вроде как я сохранился уже после того, как все добыл. Вроде как. По-моему, это так. Так, ну-ка, сейчас еще раз по-быстренькому. Там вроде ничего не лежит. Да? Да, здесь чисто. Просто два раза бегать я не захочу, это 100%. Собачки, спасибо, что вы нас сажали. Нет, все-таки здесь есть бах. Этот артефакт, походу, пролетел сквозь текстуру из аномалии жарко, но падла зацепился за пол второго этажа и не смог к нам упасть в ручки. Так, здесь чисто, да? Да, все собрали. Мы все собрали. Можно отсюда со спокойной душой... Так, врубаем. Вот теперь реально неплохо, то есть нам дадут награду, мы в принципе в плюсе, мы просрали только 2 стимпака, вообще стоимость 3000, наверное, где-то так, так. Больше ничего нету? Нет, больше ничего нету. Поэтому мы в плюсе, у нас только артефакт на 5 кусков, плюс хоть что-то нам даст зверобой, хоть что-то нам даст азот, ну хоть что-то, хотя бы по мелочи, там, на 7-ки подкинет нам. Так что по любасу в плюсе, вообще без вариантов, в собаке. Нет, в этот раз меня жрать не надо. В этот раз я доволен, я хочу домой. Еда желтая. Жрать посреди улицы тоже не айс, но походу придется. Что поесть-то есть? А, у нас же есть банка чего-то, которую он открывает с таким звуком, как будто это банка газировки, знаете, такой 0.33. Он просто так чвик и все. Мне кажется, здесь надо подкорректировать звуки. Может быть, уже их уже подкорректировали. Знаете, какой-то звук такой открывашки, что ли, скребущий по крышке. Ну нет! Не-не-не-не-не, ну пожалуйста, ну зачем игра? Вот не дай бог враги. Блин, это будет вообще фигово.
Это будет просто фигово, если это враги. Это же не бандиты, это нормальные ребята. Они по ком-то уже гасят. По мутантам, что ли? А ну, может, кто-то из них умрет, и мы соберем с них хабарчик. Да не-не, ебать там звуки, чуть ли за ствол-то. Там вообще какое-то мясо творится. А ну-ка. Даже если там были мутанты, можно будет собрать что-то с мутантов. Так что нам любые бабки в плюс. Ты же друг мне? Да, да, это друзья. Или нет? Да, да, да. А, ну здесь, собственно говоря, и были те два псевдопса, и эти ребята их порешали. Фух. Спасибо, ребят. Спасибо. Это нормальные парни, это с этих. Одиночки с Янова, они просто идут на ту точку. На ту... Ох, там и экзик, и все дела. Они просто идут ту точку, знаете, от этого заводика. Там обычно бандиты резаются, поэтому нужно ее дефать. Там, кстати, вообще беспросветная жопа, короче. Как только начинается вот эта череда респов бандитов... Череда респов бандитов. Просто, ну, нереал их отбить, они постоянно резаются. Постоянно туда прут, не знаю зачем, и отбить нереально. Блин, ну так вообще жесть играть, да? Я ни хера вообще не вижу. Так вообще как будто днем играешь, в принципе, разницы никакой. Ну, может, конечно, мы теряем графику мизери, потому что, да, графон, вот так вообще, смотрите, толст просто прекрасен, охренительно смотрится, и переливается, и все. Но так ни хера не видно, да. Основа, конечно, мизери графон и атмосфера, ну, нам пока хватает просто с лихвой атмосферы и без графики-то особо. Ну, это тоже особый мод, Dark мод, радиация дневная. Она, кстати, тоже имеет место быть в плане научном. То есть после таких взрывов и вправду образуются дыры в озоновом слое, и вправду радиация солнечная может проникать на нашу с вами поверхность. Земную. Поэтому в этом плане это даже адекватно с какой-то стороны, с какой-то степени. Фух, мы дома. Мы прибыли домой. Целыми... Слушай, это какая-то... После череды каких-то говносерий, где я просто бесился и творил какую-то херню, у нас внятная серия получается. Мы выполнили просто адекватно квест. Так, зверобой и... Азот. Азот и зверобой. Как дела? Нормально, слушай, я уничтожил стаю болотных кровососов. 8,5! Я тебя люблю, чувак! Вот это квесты, вот это! Так, какие есть еще квесты? Ты не пытался выследить химер? Ну, с одной ты разобрался, это была та раненая. А та другая, которая лиса убила, потерял я ее след. Как в воду канула. Эх, лис, не та уже реакция, не та. Есть какая-нибудь работенка? Есть, недавно группа сталкеров полезла в туннель к северу от завода и нарвалась там на лого мутантов. Что за мутанты, никто толком не объяснить не может, но только двое ребят туда не вышли. Ну, народ на Янове и всполошился-то так, что уже и награду за воплощение собрали. 6600. Дело опасно, так что смотри, возьмешься. Возьмусь. Знаешь только в чем минус? Я знаю, что там бюреры. И за бюреров 6600, когда за кровососов 8,5. Мне кажется, это цена, которую собрали именно станции, плюс что-то он еще он лично со своей лапы доплатит, иначе да что-то как-то дешево. О, привет! Это, держи материалы. А, он даже ничего не дал за это, да? А, типа теперь со скидочкой будет все чинить. Ну вот сколько, сколько со скидкой будет? 104 тысячи, а шлем... 42. Зашибись, пошел в жопу. О, за 1,5 почини ТОС. Конечно. ТОС чини. Вопросов нету. ТОС это святое. ТОС ты не трогай. Так, артефакт. У нас еще артефакт. Точно, слушайте. Неплохо бабла подняли. Это хороший квест. Ты пошли, а? Достань. Чипчики, чипчики. Тере. 5500, еще вот это и яйцо, мясо, лицо, и что-то еще, ботинки. Воу.
продать. Так. Ты заглядывай, тут весело. Я, честно говоря, не знаю. Какие квесты у нас сейчас есть? О, появилась нычка, тайник. Официально там, где мы были, но там я уже собрал нычку. Как, не всю, что ли? Да, у нас можно пропиликать через пол карты к бюрерам сходить. Не самая адекватная затея, но она есть. Какие еще есть квесты, из которых я знаю, которые... Можно взять, конечно, у Вано квест, и это гораздо ближе. Сходить к бандитам, помочь Вано. Но опять же, с нашим костюмом не факт, что мы с ними справимся, но... Блин, такой квест уже был в предыдущем Мизере, и, наверное, в этой развилке я в этот раз выберу все-таки бюреров, потому что бандюков мы уже с вами гасили и в жопу долбили. Причем в прошлый раз реально я их размочил. В предыдущей моей походке в Мизере я их реально просто убил всех. Поэтому это оставим, наверное, на чуть-чуть попозже. У нас сломанный костюм, вот это вот основная проблема. 79 тысяч. Но опять же, сейчас поход в Затон 10 кусков, и обратно тоже 10 тысяч будет стоить. То есть нужно учитывать, что у нас не хватает на нормальный костюм. Это вообще не круто. А я бы сейчас уже заказал себе какой-нибудь хороший такой... Блин. Перекупить себе что ли этот... Так, где этот парень? Стоп. Во-первых, у этого парня что-то было прям знатное, он там продавал. Слушайте, ну, не то. Где доктор? Этот контрабандистский доктор. Что-то ты, блин. Да. Вот у него есть и берилка. Берилка стоит... Сколько кусков тебе стоит? 74. Билка это хорошо, билка это супер. Блин, жалко, что нету какое-то сравнение, что ли. А ну-ка, две палочки огнеупорность, две палочки. Электрозащита, палочек 15, поменьше. Так, химзащита 5,5 палочек, 4. Радиозащита 5 палочек, 3 палки. Псизащиты вообще 0. Защита это должность шлема, я понял. Гашение удара примерно 1/3, чуть поменьше. Броня фул. То есть, грубо говоря, это заря ничем не... То есть, самый практичный комбинезон в зоне это, походу, заря. Он, в принципе-то, не уступает прям так конкретно ничем. Наверное, будет адекватно купить его пока что, профукать деньги. Но потому что как-то квесты нужно выполнять, а нам пока их никак не выполнить, ну, без костюма. Я осознаю то, что я сейчас, конечно, поломаю его опять в хлам. Кстати, это зря уж прокачано. И броня, и химзащита, и радиозащита была прокачана. Жалко. Я бы кого-нибудь сложил. Где стояник? Не болей. Да не буду я болеть. Забей. А, тайник же есть точно в зверобой наш. Точно. Сейчас скину это, потому что мало ли что. Вдруг починим. Вдруг этот еще хуже сломается. Всякие вещи бывают. Так, кстати, на, слетели наши эти... Штучки, нужно ходить. Панцири. Кстати, щупальцы кровососа они продали. А это, блин, неплохая цена, я вот уверен. Сейчас вот он... Где-то штуки 1,5, наверное, будет стоить. 800. Ну, 900 рублей тоже бабки. Так, еще батареечки, клей. Дроби. Вот это херодробь, ее продай. Купи нормальную дробь. Пацанскую дробь. Так, 40 дробей, не так уж много, но и немало. Но я бы еще затарился. Что нам еще нужно? Я бы купил еще один эпинефрин. По любасу. Одну аптеку первой помощи. Тоже, без вариков. Так, водяру продай, наверное. Что-нибудь взял бы попить.